Всем привет, дорогие ребята! Я вам хочу показать, как подключить домашний кинотеатр DVD к компьютеру. Для этого вам нужен вот такой вот провод. Стоит он в районе 100 рублей. Два тюльпана, мини-джек. Два тюльпана подключаем. Тут сзади DVD есть у нас гнезда. Так, смотрим тут. AUX. Подключаем мы к AUX, белый к белому, красный к красному. Подключили. Так, DVD включили. Мини-джек подключаем к системному блоку. Так, смотрим тут. Ага, посередине у нас гнездо зеленое. Подключили. Так. Угу. AUX высветилось. Так, дальше. Включаем. Ну, вот таким вот способом можно подключить домашний кинотеатр к компьютеру. Всего лишь вам надо приобрести такой провод. Говорю вам, стоит он в районе 100 рублей. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Thank you.